8 новых аппаратов вентиляции легких. Ценный груз, который может спасти десятки жизней. С дорогостоящим оборудованием грузчики обращаются максимально осторожно. Сейчас в областной больнице имени Середавина принимают пациентов с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на заболевание. Пока к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек. Всего в больнице подготовлено 400 реанимационных коек. Возле каждой кровати стоит аппарат искусственной вентиляции легких и также мониторы, следящие, которые нам позволяют оценивать состояние жизненно важных функций и органов пациента. А аппараты, которые нам сегодня поступили с самого последнего поколения, конечно же, мы их будем использовать в первую очередь для пациентов, которые страдают и которые будут нуждаться в искусственной вентиляции легких. Дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких закуплены на федеральные средства. Всего на оснащение самарских больниц выделили больше 1 миллиарда рублей. Помимо аппаратов ИВЛ, на эти деньги запланировано закупить и другое необходимое для лечения ковид оборудование. Лариса Шлафаст, «События».